Ну и вот монолог режиссера. Я кончил в ГИК на отлично. Я мечтал начинать лишь с драмы. Все это, говорят, типично. Начинай, как дружок, с рекламы. Рекламировать будешь соки виноградовые да алчевые. Дали жуткие, жесткие сроки. Выжми сам, но чтоб фильм готовый. Рассмотрел заграничные ролики, там лишь тело, да пьют вино. Мне же нужно лечить алкоголиков, своим сочным, как сок, кино. Сценарист приволок 5 сценариев, просмотрел, ни один не пойдет. То какой-то барон после арии с баронессой грушовой пьет, то гусары на бруденшафт, мол, стреляться удобнее не пьяными. А вот пришельцы в блестящих штанах, в звездолете стучат стаканами. Вот семейное торжество, обстановку с внешторгов дали. Кто ж поверит в такое кино? Так живут, и чтоб не достали. Словом, все говорю я, баста, без сюжета мой фильм снимайся. Сок ли мыло, томатная паста, пей в камеру, улыбайся. В интуристе нашли напитки, героиню в славянском базаре. Обобрали за соки до нитки. Мол, не в нашем вы репертуаре, с героиней гораздо сложнее, так сказала как можно строже. Я в одежде 50, без одежды в 5 раз дороже. Я в одежде кричу, денег нет, это первый мой фильм. Я 50, так и быть, заплачу, но чтоб улыбалась, как я хочу, оператор лиловый фильтр. Я ей долго потом объяснял, весь союз это будет смотреть. Ты подходишь, берешь бокал, но чтоб телом своим не вертеть. Открываешь бутыли, пьешь, улыбаешься и ноша с плеч. Пару раз глазами стрельнешь, будто хочешь кого завлечь. Поняла, поняла, вперед. 40 дублей подход снимался. Да чего ж бестолковый народ, ты как выпьешь, потом улыбайся. Я устала, кричит, ходить, и на сок я смотреть устала. От него мне уже тошнит, и 50, это мало. Хорошо, говорю, садись, ты в пустыне и хочешь пить. Оператор арабский шейх, и ты в силах его соблазнить. Поняла, поняла, вперед, пред тобой нефтяной король. Слишком бурно вошла она в роль. Наш народ это не поймет. Да чего же я кричу бестолково? Ведь роль грошовая, выпей соку и ноша с плеч. Может мне здесь лечь? Хорошо, ложись, но не так, не в такую позу. Ты устала, измучила жизнь, соку выпить хотелось бы дозу. Ты устала от всех людей, но мне лежа пить неудобно. Вот твои 50 и свободно, свободно, свободно. Оператор все это снимал. Как мы спорили с ней беспробудно. Думал, будет полнейший провал. Но слепили мы фильм из дублей. Просмотрели его не однажды. И сказали, а пусть будет полнометражным. В Каннах все было очень просто. От поздравлений натер мозоль. Лучшая трагедия нынешнего года дали нам обоим золотого Оскара, а и за лучшую женскую роль.